На центральной площади Махачкалы прошел республиканский маджлис, который собрал десятки тысяч верующих со всей республики и гостей из других регионов. Выступления ученых-богословов, нашиды, видеоролики, сценки. Программа мероприятия была яркой и насыщенной, а цель – сохранение мира и сплоченности дагестанского народа. Хамза Нурмагомедов расскажет подробнее. Тысячи ярких фонарей светили на площади Махачкалы, встречая месяц рождения пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. В центре Махачкалы подобные мероприятия проходят впервые. Главная цель – вознесение всеобщей молитвы за благополучие и мир на родной земле. Вечер 2 посетило более 10 тысяч человек, среди них и гости республики из разных регионов. Нахожусь в восторге, под большим впечатлением от увиденного, от всего происходящего. Меня больше всего поразило это единение, дух, который вот царил во время этого мероприятия, как он всех сплотил, мусульман, и как много хорошего и доброго я услышала и для себя что-то, конечно, тоже обязательно переняла. Перед собравшимися выступили известные ученые-богословы. Лучшие исполнители нашидов представили свои произведения. Помимо этого, мероприятие украсили видеоролики и поучительные сценки. На самом деле мероприятие прошло великолепно. Сам тот факт, что столько человек на площади говорили «Амин», вторили «Амин» словам молитвы, обращения к Всевышнему, столь важное для нашей страны время. И когда мы просили мира над головой, мира для всей нашей страны, и на самом деле то многого стоит, я до сих пор нахожусь под впечатлением этого. Очень хочу поблагодарить организаторов, было все на высшем уровне. Сделали дуа, послушали молит, прочитали. Дай Аллах, чтобы наши дуа, наши деяния Аллах Та'ала принял, чтобы был мир во всем мире. На территории площади всех угощали бесплатным кофе, а госсекретарь республики Магомед Султан Магомедов профинансировал раздачу подарочных пакетов всем участникам маджлиса. Все спасибо, люди, много людей здесь бывает. Маша Аллах, все хорошо, дай Аллах, сахи, рохель. Я с работы ушел, чтобы присутствовать здесь. И не ожидал, что столько людей придет. Честно, думал, даже половины не будет. Но Маша Аллах, собрались. Энергия такая была позитивная. Вот, когда нашиды были, когда какие-то лекции были и так далее. Просто чувствовалось. Теплота. Очень большие эмоции, очень понравилось, особенно вот эти, которые имамы, эти муфти, которые говорили, помощники, очень даже понравилось, и эмоции очень большие. Организатором вечера дуа выступил муфтия Дагестана при поддержке главы республики. Акция призвана в первую очередь сплотить дагестанский народ, укрепить их братство и единство в тяжелое время. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.